Кирову сейчас идут процедуры. Сейчас работает компания КВС по замене. Под проспектом у нас находятся три трубы разных диаметров. Они 300 диаметров прокладывают. На трех кварталах у нас 76 врезок. Вот мы их вперед пустили. И следом в начале августа мы начинаем в районе 6-8 августа работы от Радищева, первого квартала, до Горького. Разбираем, занимаемся заливкой бетона армированным. Ребята переходят на второй квартал Горько-Вольского. И так пойдем. Планируем 40 дней на работу. А правильно, я понимаю, что придется перекрывать улицу от автомобилей и, скорее всего, от пешеходов? Нет, мы ничего перекрывать Радищева, Горького, Вольского и Чапаева не будем. Обеспечен будет проход и проезд, наверное, для спецмашин, там скорой помощи, еще что-то на всякий случай. Либо с одной стороны квартала, либо с другой. Будет немножко стесненные ситуации. На каждом квартале примерно 10-12 дней. Угу. Сегодня была встреча с предпринимателем, мы это проговорили. А еще скажите, что вы начнете буквально так же где-то в конце месяца театральный сквер. Театральный сквер Радищева, который у нас от улицы Радищева до Горького. Сейчас произошла там опиловка уже старых, практически умерших хвойных деревьев, демонтаж забора, который у нас кусками. И, в принципе, вот с конца июля мы начнем реконструкцию этого сквера. Какие объемы? Заметьте, какие объемы? Вот, сразу одновременно. Есть уверенность в том, что успеемся? Ну, зачем же браться-то, если не будет уверенности? Конечно, есть. Есть, и даже это не обсуждается. Понимаете, как сказал Михаил Александрович, мы пойдем по кварталам. Если мы будем какие-то форс-мажоры иметь, потому что, ну, это действующий проспект, да, он уже сколько лет, инфраструктура, часть меняем, может всякое встретиться там, да, поднимем сейчас, посмотрим какие-то дополнительные виды работы, от этого никто не застрахован. Если бы это вновь что-то делалось, это было бы легче, а вот в действующем там будут сложности. Но если мы не сумеем, мы лучше какое-то количество метров не будем трогать, да, а все остальное, что прикоснемся по проекту, все обязательно сделаем, выполним.